страсти безнадежной изнывает соловей. Я увижу лик твой нежный, чтоб стать жертвою твоей навсегда. Стану жертвою твоей. Я не понимаю тебя. Ах, тетя. Милая тетя, ты понимаешь, все у меня есть. И все-таки мне не хватает чего-то. Если тебе чего-нибудь не хватает, пошли на базар. Я хочу... Жениться я хочу. Наконец-то я слышу эти слова. Но как это сделать, а? А разве я умерла? Ах, как рада я сегодня, ведь настал желанный час. Ах, как рада я сегодня, ведь настал желанный час. Дай сперва чадру накину, брови тонко подведу. Для тебя, племянник милый, вмиг невесту я найду. Для тебя, племянник милый, вмиг невесту я найду. Свадьбу справим мы на славу, будет выбор мой хорош. Свадьбу справим мы на славу, будет выбор мой хорош. Нет, тетя, так я не согласен. Так я никогда не женю. Пока я не увижу невесту своими глазами, я не женюсь. Тоже тебе до свадьбы покажет невесту. Какая девушка согласится обнажить свое лицо перед незнакомым мужчиной? Если не согласится, значит, я не женюсь. Вся наша жизнь тоска. Милые барышни, поверьте мне, вам недолго осталось скучать. Скоро бег выдаст вас замуж, и тоску тогда как рукой снимет. Я выйду за того, за кого бы дядя меня не выдал. А я, пока не увижу, не полюблю, замуж не выйду. Барышни, ей-богу! Выходить замуж и не знать за кого, даже лучше, куда интересней. Опять ты вздыхаешь, что с тобой, друг милый мой? Опять ты вздыхаешь, что с тобой, друг милый мой? О чем ты мечтаешь, свое сердце мне открой? О чем ты мечтаешь? Твое сердце мне открой. Найти выход можно из беды, поверь, любой. Найти выход можно из беды, поверь, любой. Сказать мне ты должен, что теперь стряслось с тобой. Сказать мне ты должен, что теперь стряслось с тобой. Говорят, ты человек умный. Допустим. В таком случае ты сам открой сердце друга. Попробую. По всему видно, ты хочешь жениться. Правильно! Я ведь купец. Ну? Аршин ситца не куплю, не посмотрю. Понятно, понятно. Ты хочешь увидеть невесту до свадьбы. Правильно, хочет. Но объясни ему, Сулейман, да. Это нельзя, невозможно. Да, трудная задача. О, вот так задача. Проще простого. Сделай Аршин молчи. Продавцом ситца. Возьми на плечи тюк с товаром, в руки Аршин. Ходи по дворам, выбирай любую невесту. Аршин молчи, не мужчина, его пускают везде. Ходи и пой, пой и поглядывай.
Идем скорее, слушай. Не продаем, не продаем, ничего не продаем. Сатин, муслин, кисея. Все есть. Какой угодно. Возьмите вот эту. Сколько прикажешь, Аршин? А почем? Для вас? Почем хочешь? 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 18. Довольно, довольно. Мне 10 аршин. Не беспокойся, ханум. Тут всего 10 аршин. Пожалуйста. Ай, спасибо. А для нас ничего подходящего нет. Есть, ханум. Обязательно есть. В следующий раз принесу. Спасибо, ханум. Твоя ручка принесет мне счастье. Почему ты так думаешь? Сердце подсказывает. Если придешь, принеси шелк. Приду. Обязательно приду. Я забыл здесь свой аршин. Не беспокойся, ханум. У меня дома есть другой. Спасибо, ханум. Я пришел спросить, какого цвета принести шелк? Ты не жена? Конечно, нет. А почему ты до сих пор не женишься? Я поклялся жениться только на той, которую увижу и полюблю. А из тех, которых я видел, только одна пришлась мне по сердцу. Ты пойдешь за меня замуж? А? Кто? Я? Да, ханум, ты. Я думала, ты говоришь о другой. Нет, та, которую я полюбил, это ты, ханум. Проживем твой век, любя, ты меня, а я тебя. Проживем твой век, любя, ты меня, а я тебя.
полюбил тебя всей душою, я полюбила ту навек, без тебя мне жизни нет. Все ты чудно решил, делу конец наш Сулейман, ты меня научил, ай, молодец наш Сулейман. Ум твой солнце светлей, долго живи многие дни, ты их помни скорей, всех пожени, всех пожени. Устрой нам счастье наше, счастье наше, счастье наше, и мы в день спать мы спляшем, все мы спляшем, все мы спляшем. Устрой нам счастье наше, счастье наше, счастье наше, и мы в день спать мы спляшем, все мы спляшем, все мы спляшем.